Эпидемическая ситуация на территории Рыбинска и Рыбинского района остается практически на прежнем уровне. Количество заболевших по сравнению с прошлой неделей увеличилось лишь на 2%. Эпид-порог превышен только среди подростков от 15 до 17 лет на 10%. В целях предупреждения заболевания гриппом и ОРВИ необходимо соблюдать ряд правил. В период эпидемического неблагополучия не рекомендуется посещение массовых зрелищных мероприятий и мест массового скопления людей, магазины, общественный транспорт и другие. Или хотя бы по возможности сократить время пребывания в них. В общественных местах не следует пренебрегать средствами индивидуальной защиты органов дыхания, то есть масками. Необходимо избегать общения с людьми с признаками заболевания ОРВИ – насморк, чихание, кашель, повышенная температура тела. Укреплению иммунной системы способствует полноценный сон, употребление здоровой пищи, занятия физкультурой, пребывание на свежем воздухе. На улицу необходимо одеваться в соответствии с погодными условиями, чтобы избежать как переохлаждения, так и перенагревание. Старайтесь избегать переутомления и стрессовых ситуаций. При ухудшении самочувствия и появлении характерных симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.